Напряженным и азартным стал розыгрыш приза «Анилина» для лошадей чистокровной английской породы 3 лет. Призовой фонд «Анилина» составил 70 тысяч рублей. За право получить главный приз боролись 8 скакунов. В результате жеребец по кличке Дэнс Рейнин, принадлежащий нефтекамскому конезаводчику Рафилу Мавлиеву, стал третьим. Дистанцию в 2000 метров он проскакал за 2 минуты 16,3 секунды. Не менее зрелищно проходили скачки на приз «Уфимский Окс» для кобыл 3-летнего возраста на дистанцию 2400 метров. За призовой фонд 85 тысяч рублей состязались 9 кобыл чистокровной английской породы. В результате упорной борьбы подопечная нефтекамского конезаводчика по кличке Ачи Бонакорси стала второй, показав результат резвости в 2 минуты 45,3 секунды. Огромное удовольствие получили зрители от скачек на приз «Летний». На дистанции 1200 метров соревновались лошади чистокровной английской породы 2010 года рождения. Призовой фонд этой скачки составил 70 тысяч рублей. Лидером скачки стала молодая кобыла «Блоссомин». К слову, это всего 5-й старт в ее скаковой карьере и уже 4-й по счету главный приз. Скаковой сезон продолжается. Уже 3 августа нефтекамским скакунам предстоит представлять не только наш город, но и республику в целом на скачках в Казани. За большой татарский приз и кубок Казанского Кремля поборются жеребцы «Роял Луи» и «Хиноки».